Красной площади, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Начальник оркестра, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин. Дирижер, подполковник Константин Петрович. «Львенок и черепаха» на Красной площади. Звучит музыка из известного мультфильма. Тут надо сказать, что юмор – это отличительная черта всегда виртуозных выступлений Центрального военного оркестра. Музыканты оркестра – профессионалы высочайшего класса. В свое время именно им было доверено сыграть эталонную версию гимна Российской Федерации. Центральный военный оркестр Министерства обороны сформирован в 1927 году. Полный оркестр состоит из двух оркестров – симфонического и духового. Сейчас на Красной площади мы как раз и видим с вами духовой оркестр. Песню, которая сейчас звучит на Красной площади, так и называется поэтически «Хафанана». В переводе означает «одинаковое». А слова такие: «Белый или черный, какая разница? И тот, и другой – говорящие, то есть оба люди». И в финале жизнеутверждающая «Шалалала». Коллектив Центрального военного оркестра выступает в парадной форме музыкантов лейб-гвардии Преображенского полка. Императоры Павел I и Александр I короновались в таких же мундирах.
А мундир этот был введен в начале 19 века, после победы в Отечественной войне 1812 года. И почти 40 лет служил символом славы русского оружия.